Итак, всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами снова Agile Games. На этот раз мы будем проходить игру под названием Чужой Изоляция. Ну что, начнем нас средней. Так, сделайте ползунок, чтобы едва было видно. Готово. Последнее сообщение с коммерческого борта Настрома. Говорит лейтенант Эллен Рипли. Все остальные члены экипажа. Кейн. Ламберт. Паркер. Брэд. Эш. И капитан Даллас. Погибли. Корабль и груз уничтожен. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Больше никто не выжил. Конец связи. Я Сэмюэлс из Вейланд-Ютани. Я к вам по делу. Мы напали на след вашей матери. Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Настрома. Где? В системе Дзеты созвездие Серга. И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. И еще Севастополь — это база снабжения. Да знаю я. Транспорт есть. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль «Торренс». На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Послушайте. Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Я знаю, что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если захотите. Может, вам станет легче на душе?
Цель обновлена. Осмотреть Торренс. Берлин, тебе ведь нужен был штурман. Значит, работа. Такой динамичек. Что там с душевая, блядь? Цель достигнута. Так, это у нас типа такое сохранение здесь. А, сюда мы пришли. Скафандры такие. Доброе утро, Тейлор. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро, и оно определенно недоброе. Извините. Мне паршиво. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Но привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. У вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад, и вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюэльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. Пойду поищу. Так, поговорить с Эмилисом.
Рипли? Встали пораньше, Сэмюэльс. Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... Настрома. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работал на таких кораблях, инженером. Знаю. Тейлор очнулась. Она человек неопытный, а анабиоз может даться ей нелегко. Уже встала. Волнуется. Это я упустил. Но она опытный специалист. Поможет нам разобраться со всеми юридическими тонкостями. Так, дальше что? На мост. Подходим к Севастополю. Вот и добрались. Почему от меня тень не отбрасывается, а? Надеюсь, вы отдохнули в пути. Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка. Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго, туда и обратно. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. Включи связь, пора здороваться. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию с мониторов. Можно взглянуть? Включи мониторы. Станция Севастополь. А это что? Что-то случилось. Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер ККМ7760, вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописцем корабля «Настрома». Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Похоже, со связью там полная беда. Но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередатчик. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. Приготовиться. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Что ли? Тейлор, вы молодец. Сэмюэльс, что случилось? Не тормозим! Тейлор, Рипли, держитесь!
Итак, пока все тихо и мирно, брат. У нас здесь никого нету, все тихо и мирно, блин. Папка погружена вообще. Описание. Вот эксплуатации. Ё-моё, блин. Что они сейчас здесь посмотрим, может они что-то тут пишут.
Есть тут кто? Отзовитесь. Темно, как у негра в желудке. Здесь хоть что-нибудь работает? Вроде заработало. Дальше. Так. Ну тоже коды, блин, как у нас в Думе. Третьем, блин. Мало. Так. Так, аудио. Гаррис, Тарнер, это Уэйтс. Возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. Опа. Бегают тут всякие, бля. Сумку не откроешь. Ну и куда они убежали-то? Все, двери закрыты, бля. Так. Пока еще создать нельзя, понятно. Так, это все у нас закрыто. Опять нет питания. Нужен ионный резак, которого у нас нет. Севастополь, Севастополь. Вот на Строма, блин. Торец, Стром. Я здесь, Верлен. Твою ж мать!
Блин. Вот, отлично. Кто там, блядь? Все на куски разваливается. Да, и не пройти, и не проехать. Током бы не зафигачило, тут смотрю, бля. Жутковато, жутковато становится. Стоять, блин. Сука, ну и где ты, блин? Заколебали меня тут пугать, блин. Наверняка впереди выход. Fuck the Morales. Пять. Установить подачу энергии. Идем устанавливать подачу энергии. Жутковато, жутковато, жутковато. Кровать.
Кто-то кошку сожрал. Все перекрыто на эти замки долбаные. Что хоть это за шум такой, бля? Опа. И он нарезак. Да, полностью погружаешься в эти мурашки. Давайте-ка сразу сохранимся. Так, ну что тут по карте-то? Ну понятно тут. Никого нету, бля. Уоррис, это Тернер. Опять пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру. Пусть проспится. Ну, значит, перебрала, бля. Там кто-то лежит, отдыхает. Пробралась какая-то хрень. И ни одна собака не знает, кто это.
Никто ничего не знает. Двери заперли. Спрятались и сидят. Люди, мне страшно. Это кобздец, как мне страшно, люди. Я замерз уже, как цуцик. Ну, конечно, без юмора никуда не обходится. Кто-то здесь был, бля. Чего здесь? Так, может туда сгонять? Там что-то еще у нас было перекрыто. Черт. Полазим, посмотрим. Что хоть такое за шум такой, блин? Все, сваливаем отсюда. Руки вверх. Опа. Ладно, ладно. Я Рипли. И откуда ты, Рипли? С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну? Ха, я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Ха-ха, дамочка. Только это еще фигня. Да? Да.
Тут кто-то завелся. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца! Ясно? Ясно. Как? Как тебя зовут? Аксель. Аксель Фоули. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Пойдем. Давай, я не намерен тут долго торчать. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. Держись рядом. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо. Мы не хотим проблем. Кто вы? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. И всего хорошего. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежнее. Так, где-то это... Сохранялка. Колонизаторы свиньи, надеюсь, бля. Надеюсь, про корабль ты не соврала. Нет, конечно. Ну, давайте здесь как раз и закончим, я думаю, нашу первую часть прохождения игры «Чужой. Изоляция». Всем спасибо тем, кто смотрел. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите в комментариях. Всем удачи и пока.